Дорогие друзья, сегодня воскресенье, 24 февраля. На улице стоит просто потрясающая погода, градуса 24-25 точно есть. И сейчас вместе с Айханом и с Ахметом мы отправляемся в Махмутлар и приглашаем вас вместе с нами, покажем, что же мы увидим интересного. Ну и вообще, как выглядит Махмутлар в феврале, есть ли там жизнь, что там происходит. Айхан, как дела? Нормально. Хорошо? Супер. Ахмед, как дела? Хорошо. Хорошо? Супер. Сейчас мы находимся в Кестеле. Поднялись на мост и хочу вам показать панораму и на Аланию с той стороны, и на Махмутлар. На Сухавадзуме. Очень классная погода, супер. Конец февраля, а погода уже такая теплая. Вот такой вот прекрасный вид открывается с этого моста. С этой стороны у нас горы Тавр. Вид на Аланию. И посмотрите, какое красивое море. Айхан на фоне моря. А с этой стороны у нас Махмутлар, Карагаджак и далее Гази-Паша. Мы сейчас направляемся в сторону Махмутлара. Ну что, друзья, мы спускаемся с моста и сейчас вместе с Айханом отправляемся в Махмутлар. Сейчас мы находимся в Кестеле. Такая стоит классная погода, настоящая весна. И такое ощущение, как будто и зимы на самом деле даже не было, потому что зима у нас всего декабрь-январь, в декабре, в январе дожди, холодно, а в конце февраля уже начинается настоящая весна. Илькубахар Гельди. Началась настоящая весна. Супер! Посмотрите, какая красота! Супер, потрясающе. Разве можно не любить Аланию? Это невозможно. Поэтому приезжайте тоже, приглашаем вас в любое время года. Ну а сейчас отправляемся в Махмутлар. Вот они, кстати, новые автобусы махмутларовские. Кто не знает, теперь автобусы стали. Выехали из Махмутлара, сейчас находимся в Кестеле. Солнышко зашло, погода стала пасмурной, и сейчас мы отправляемся, едем в сторону Алании, в сторону центра города. Что, дорогие друзья, сейчас мы в Кестеле, и буквально час назад была потрясающая солнечная погода. Вот вы видите, за мной еще голубое небо, но уже начался дождик. Уже начался дождик, и даже если мы сейчас поедем в центр Алании, куда-нибудь на пляж Клеопатры, будет уже не так солнечно и красиво. Поэтому мы сейчас с Айханом и Ахметом сели в кафешке попить кофе и чай, и пока готовят наши кофе, я вышла на улицу показать вам, что же изменилось и как выглядит Кестель. Это самая окраина Кестеля. Вот там уже находится въезд в Тосмур. И вот такие вот здесь банановые плантации. Для того, чтобы бананы не мерзли, их накрывают синими вот такими вот пакетами, но, как вы видите, здесь плантация уже похожа, что эта плантация заброшена, и, скорее всего, на месте этой плантации построят какой-то дом,
Хотя, не знаю, хотя вот, например, есть новые ростки, но не знаю, сомневаюсь. Непонятно, что с этой плантацией будет. Район Кестель постепенно застраивается современными домами. Раньше здесь везде были вот банановые плантации, вот такие вот красивые зеленые. А сейчас постепенно все застраивается жилыми комплексами. Что хорошего в Алании, друзья? Ну, конечно же, все вы прекрасно знаете, что в Алании и до моря рукой подать. Если хотите отправиться в горы, вот они, горы. Котейки. Кеди. Боится. Здесь было начато строительство какого-то дома. В общем, вот он, современный район Алания, один из современных жилых районов. На самом деле утром, да, даже не утром, а 2 часа назад было прохладно. Пс-пс-пс. Кеди, котик, иди сюда. Ну иди сюда. Пс-пс-пс. Боится, хочет подойти, но не идет. На самом деле буквально 2 часа назад было очень даже жарко. А сейчас солнце зашло, подул такой холодный ветер, и стало холодно. И многие из вас, конечно, спрашивают опять про погоду в мае, в апреле. На самом деле, в мае, я помню, что в мае я уже купалась в прошлом году. В апреле народ купается, некоторые купаются круглый год, но я помню, что 1 мая в прошлом году я уже купалась, поэтому погода была достаточно даже жаркая. Поэтому в описании к моему видео есть, ко всем моим видео есть ссылка на температуру воды и воздуха. И, конечно же, смотрите температуру воды и воздуха по ссылкам. Ну, а я вернулась обратно в кафе. Сейчас будем пить чай, кофе и едем в сторону Алании. А в кафе традиционно можно купить семиты. Семиты мы сегодня ели на завтрак. Ну и вот такие вот булочки. Вот такие булочки я очень люблю с картошкой. Есть с колбасой, есть с оливками, есть также с сыром. Мы уже выехали из Махмутлара и сейчас едем в центр Алании. Опять выглянуло солнышко, но погода пасмурная. И не так тепло, как было утром. Алания круглый год зеленая, вечно зеленая. И деревья, и пальмы, и кусты. Конечно, листья опадают, но все равно такое ощущение, что Алания вечно зеленая круглый год. Посмотрите, какие деревья потрясающие. Очень красиво. Мы сейчас едем по набережной, и в скором времени все вот эти вот отели заполнятся туристами, и наконец-то начнется лето, потому что по лету мы тоже соскучились. И вот сегодня только с ребятами разговаривала о том, что несмотря на то, что летом очень жарко, лучше жарко, чем холодно. Нам жара, конечно же, нравится больше, чем холод. И вечером в воскресенье мы приехали в один из наших любимых ресторанов для того, чтобы поесть пиде. Обязательно пишите в комментариях, любите ли вы пиде. Я всегда беру. Здесь у нас Айхан и Ахмед. И вот такой дружной компанией мы сейчас будем есть очень вкусный пиде. Одно из самых моих любимых блюд турецких. Я всегда беру каймалы кашарлы с мясом и с сыром. А Айхан взял мевляна. Есть мясо, сыр, помидоры. В общем, такое интересное пиде. И Ахмед тоже взял мевляна. Мое стоит 13 лир, их стоит 15 лир. И взяли они 1,5 порции. Подают с салатом. Можно пить
Сайрана. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Наступил вечер, сейчас уже 7 часов, и мы с Ахметом и с Айханом сытые и довольные. Домой. Поедем все по домам. Впереди неделя, рабочая неделя. Всем вам тоже желаем хорошей рабочей недели. Сейчас покажу вам, что у нас в Алании вечером, и уже центр вечерней Алании. Кстати, друзья, в Турции ввели штрафы большие за непропуск пешеходов на дороге. И также за переход дороги на красный свет тоже штрафы. Поэтому будьте внимательны. Ну а центр Алании выглядит вот так. В воскресенье вечер, народу не очень много, потому что все стараются быть дома для того, чтобы отдохнуть и завтра уже начать отдохнувшими рабочую неделю. А сейчас Айхан и Ахмед споют песню о домах в Алании. Macera dolu Alanya, Alanya, Alanya. Yüksek yüksek binalar, beş katlı hepsi de. Kalabalık insanlar, hacet yürüyüş yolunda. Macera, macera dolu Alanya. Yüksek yüksek. Macera, tepelerde evler var. Evet, yüksek tepelerde evler var. Tepelerde kar var, macera Alanya'da. Yeter. Спасибо. Yeter. Спасибо. Аплодисменты. И на этой веселой песне мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока.